Настало время нам сыграть вам новую песню Вальса Амоу. Хотите новую песню? Да! Да или нет? Да! Отлично. Теперь мы споем, как вы могли заметить. Песня актуальная. Как вы могли заметить, я сказал, да? Оговорился. Песня, она как бы актуальна и в духе времени. Песня позитивная. Конечно, какие еще сейчас песни можно писать, живя в такое прекрасное время, в которое мы живем. Добрая, улыбчивая песня. Я даже надеюсь, что вы споете припев вместе с нами. Он очень простой и добрый. Песня, можно сказать, наш ответ на Илону Маску. На самом-то деле. Своей сложностью. Она называется «Жизнь налаживается». Вонючий сыр из страны НАТО мной был импортозамещен. Я летом поеду на дачу и, может быть, даже в Крым. Я работаю, и я не плачу, и я такой не один. И оказывается, жизнь налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается, и оказывается, жизнь налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается. Я охранником был на парковке, и таксистом я в пробках стоял. Я и сторожем жил в подсобке, кем хотел, тем я и стал. Я пивасик и сигареты достаю из широких штанин. Я избегаю дурные приметы и снова курю не один. И оказывается, жизнь налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается, и оказывается, жизнь налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается. В интернетах я часто общаюсь, если кто-то не прав, напишу. Я пишу, но, конечно же, каюсь, не служил, но сердцем служу. В моем гороскопе все классно, и счастливый я, как никто. А вы жалуетесь все напрасно, здесь, ребята, все так и все то. Все вместе. И оказывается, жизнь налаживается, который... Все вместе. Жизнь налаживается.
Большое спасибо. А следующая песня, которую мы исполним, она лирическая песня. А после чего будет опять лирическая песня. Эта песня... Мне даже проще не объяснять, о чем эта песня. Она такая лирика из последнего альбома, из крайнего альбома Васи Обломова. Кстати говоря, он мне подсказывает в наушник, что если кому-то действительно нужны диски Васи Обломова, то их здесь можно где-то купить внизу. Я это говорю на тот случай, не про... Во-первых, покупайте, иначе кто же еще будет покупать. Но во-вторых, дело в том, что нам часто пишут письма люди, они просят нас развить песни Васи Обломова на различных носителях. Раньше все было просто. Вышел альбом, вот диск и все. Теперь все сложно. Теперь нужно, чтобы он был на Яндекс.Музыке. Теперь нужно, чтобы он был на торрентах, что это бесплатно и не запрещенных в России. Потом он должен быть в iTunes и в Google Play, иначе ты чмошник. Он должен быть, есть люди, которые слушают Spotify, и их тоже нужно ублажить. Иногда нам пишут люди и просят про винил, винилового Обломова нет, к сожалению, простите. Да, но есть пластинки, диски, ну, в смысле диски, они здесь есть. Кстати говоря, майки, включая вот такую майку «Темнота и духота», да, майка олимпийской сборной, можно купить здесь тоже, да. А песня, которую мы сейчас исполним, песня с последнего альбома Васи Обломова, она называется «Прощай». Становится легче, жизнь петляет, исчезает в тумане. Мы словно буквы, в словах на экране. У нас путаются судьбы, повторяются имена. И нет никаких решений, есть просто слова. И кажется, что все давно закончилось. И непонятно, где именно жизнь испортилась. И спокойно стоит, словно энциклопедия. У каждого своя собственная трагедия. Словно лист, сорванный внезапным порывом, летишь, сколько есть сил над обрывом, перед зеркалом, возле финальной черты, не можешь вспомнить, ты это был или не ты. Если есть Бог, то он встретится. Мы обязательно встретимся. Прощай, прощай, может быть, не встречай, и все останется на круге своем. Прощай, прощай, главное не скучай. Может, встретимся и еще споем. Устаревшие изображения, глядя в глаза, вспоминая себе все против места, как во внутренний мир закрывалась дверца, и с каким грохотом разбивалось твое сердце. И как же так все дошло до того, что в жизни не осталось ничего своего, и ни для кого давно уже не имеет значения. Как долго ты плаваешь против течения, и каждый раз, поставаясь в беде, мы вроде бы вместе, но каждый сам по себе. Настоящих друзей к концу пути не останется, и карточный домик в итоге завалится. Сделав прибыл, возвращаясь в начало, оставаясь навек стоять у причала, обнаружив все то, о чем хотелось забыть, и нет больше тех, кем хочется быть. Прощай, прощай, может быть, не сначала, все останется на кругу своем. Прощай, прощай, главное не скучай. Thank you.
Следующая песня, которую мы исполним, это песня, которая отвечает на извечный российский вопрос «Что делать?». Меня часто, вот знаете, говорят, круто становиться артистом, когда тебе тут же начинают журналисты задавать вопросы, или ты должен на них отвечать все эти вопросы. Но сейчас время упростилось, сейчас важно фотографироваться классно в журнале, а внизу подпись, ничего отвечать не надо. Но, тем не менее, все время задают вопросы и так далее. Ко мне, к сожалению, все время приходят с вопросом, что делать и как жить. Вот на протяжении всей карьеры у меня бы хоть раз спросили, понравилась ли мне пина колада на отдыхе, какой они цой, да? Но все время какие-то высокопарные, тяжелые вопросы бытия нужно обсуждать и так далее. Я нашел ответ на вопрос, что делать. Нашел. Я думал долго. Всю свою карьеру Обломов думал о том, как жить. И я теперь знаю ответ на вопрос. Что нужно делать, в частности, артисту или публичному человеку в России в 2018 году и в ближайшей перспективе? Я знаю ответ на вопрос. Песня об этом. Нужно, все очень показалось просто, нужно нести херню. И все. Иначе. Здесь же дело не только в труде и удаче. Написал бы песню про подвиги на войне, про заговор против страны, про давление извне. Топил бы за русский народ на Донбассе, не дать за участие, не летело бы Васе. Полили бы на центральных каналах страны, был бы мужик борцов против сатаны. Переживал бы на камеру за детей Валеба, разрушал про Бандеру. Конечно, нелепо, но это бы не имело никакого значения. Публично одобрял бы военные учения, писал бы в твиттер про угрозу НАТО. Лукашу так про Обаму написал бы, кому надо. Меня бы звали на разные ток-шоу, говорили бы, Обломов это хорошо. Хвалили бы меня за естественные культуры, на дни городов. У меня были бы туры, Панкриону за город, выгребал бы из бюджета. Стал бы с Катыновым, простил бы из света. Георгиевской лентой украсил бы альбом, и в Новороссии был бы на нем. В нем бы пелось о подвигах предков, о древней жизни, эва его ветка. Славе и о чем-нибудь светом, словом обо всем хорошем и ни о чем конкретном. Жизнь попроще и жизнь удалась. Отличный парень Обломов прося. Прилично сеет, настолько можно нести верю, совсем не сложно. Жизнь попроще и жизнь удалась. Камон, камон! А дальше было бы так. И мне бы предложили вести передачу. За первый гонорар с нее я купил бы дачу. Передачу на ТВ, клёвая же неделя. С Никитой Николковым, но вместе до раздельно. Ржал бы на Шендеровича моего матраса. С Питера с Турции лётчика называл бы асом. Публично уже омежал бы Киеву всю Украину. В отменке на встречу мне рассыпали бы кокаину. Хвалил бы правительство и его поступки. В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки. Говорил бы, что санкции нам только польза. Говорил бы, что Крым — это наша польза отечества. И его место в истории. Говорил бы, что отдыхать это существо санаторий. На майки мои были бы вежливые люди. Говорил бы, что Иванушка дорожка лучше, чем дядьку Буди. Говорил бы, армия — это жизнь и школа. А наш душес лучше, чем бы Кока-Кола. Говорил бы, что стабильность дороже перемен. И что мы наконец начали вставать с колен. Говорил бы, с демократией цели так однозначны. Страна у нас нормальная, суки так мачные. За свободы слова в мире есть только новое. В любом государстве можно найти говно. Призывал бы страну не критиковать. Говорил бы, что власть, она много хват. С ней живут, а приняты не только зря в воду льют. Но если честно, я рад, что так не сложилось. Мои песни до сих пор кому-то в немилость. И пускай я на приемах не хожу по Кремлю. Я нормально ем, и я спокойно сплю. Лицо попроще, и жизнь удалась. Отличный парень, Обломов Вася. Прилично сеет, насколько можно. Вы! Несите!
Большое спасибо от души, друзья. Сейчас мы споем песню, которую тоже играем редко, но, к сожалению, опять-таки, жизнь вынуждает нас вспоминать эти песни. Теперь довольно редко, но, мне кажется, по моему личному мнению, это одна из самых удачных песен, которые я вообще написал. Но это мне так кажется. В общем, может быть, вам так не кажется. Песня... Нас часто просят ее петь, причем люди из этих городов пишут по поводу этого. Песня называется... На медне. Если жизнь играет, мы все в нее играем. То время, в котором жизнь,